Пробуем испытать систему параллельной парковки без водителя. Параллельной парковки без водителя на Kia Sportage. То есть поставили две машины. Сейчас она ставит сюда и сама должна, в принципе, назад сесть. Так, что для этого нужно, чтобы активировать? Нажимаем на кнопку. На P, да? Вот на эту? Да, вот на эту. Ага. Он в поиске места определенно, ага, куда нужно встать. Угу. Дальше сигнализирует на нашем окошке, угу, что место нашел, можно поставить задний ход. Угу. Мы останавливаемся, как видим, это предупреждение, и просто выставляем на букву R задний ход. Все. Он сейчас сам будет парковаться, да? Да, дальше включилась камера заднего вида. Просто нужно регулировать весь процесс тормозом. Ага, держать. Да. То есть спокойно отодвигаемся, он о всех предупреждениях, которые будут в дальнейшем, он будет предупреждать. Теперь все, да? Пишет, что парковка завершена, но здесь у нас машины стоят довольно-таки далеко друг от друга. Угу. Если бы парковка была более сложной, он в несколько движений бы выставлял автомобиль. Вперед-назад, да? Вперед-назад, да. Ну, понятно. И при этом крутя руль сам. Понятно. Все, спасибо.